каждым шагом я все ближе к цели. Зачем ты здесь? А? Чтить или позорить Ферику, короля атрибатов и друга римлян? В иных землях правил страх. Там хотели не строить мосты, а шечь их. Они заслужили резню и разорение в ответ. Я видел славу Рима и знаю, за ним будущее. Меня заперли в этой ядовитой гробнице, но судьбу не запрешь. Вот.
Касси, мне кажется, я что-то завершил. Но что? Ответ верно кроется в той пещере с картой. Я все думаю о карте в пещере близ Рейвенсторпа.
Здесь явно действуют чары. Меня словно тянет идти дальше. Это не творение богов. Понимаю тебя. Ты бог, как Мимир из древних легенд. Смунсшра. Восстановление коммуникации. Приношу свои извинения, гость. Я теперь вижу, что ты человек, но не из тех, что мне встречались раньше. Получается, ты не бог. Значит, дух? Не в том смысле, какой тебе известен. Я когнитивная операционная система, отвечающая за данный узел защиты. И ношу облик Ра-Селиза, создателя инициативы Кольца Эдема. Значит, это ты призвал меня сюда? Кажется, я не случайно нашел тебя. Твоя догадка верна. Нас ждет кризис. И по расчетам, ты идеальная кандидатура для его устранения. На что похож этот твой кризис? Он не только мой. Генераторы данной станции начали выработку энергии, но сейчас для нее нет выхода. Если это продолжится, произойдет разряд такой силы, что все живое на острове будет уничтожено. Это я сумел понять. Что мне делать? Ключ к решению — силовой узел в глубине станции. Я проведу тебя туда. Забрать с собой.
луч света. Интересно, он опасен? Лишь для живых существ. Не поднять, но можно сдвинуть. Если ударить точно, эта штука сдвинется.
Мне здесь не пройти. Нужно перенаправить поток энергии в центральный зал. Thank you.
Может быть, это мне пригодится. Здесь все так похоже на сон. Это впечатление – результат действия защитных систем. Они были созданы, чтобы обманывать глаза и разум чужаков, пришедших с дурными намерениями.